Первые поправки вступят в силу уже с 1 июля этого года. Так, минимальный штраф теперь будет не 100 рублей, а уже 500. За забытое водительское удостоверение придется раскошелиться от 5 до 15 тысяч рублей. А разговор по мобильному телефону за рулем и перевозка детей без автокресел обойдутся в 3 тысячи. За переход дороги в неположенном месте пешеходам также придется расстаться с 500 рублей. Помимо простого увеличения штрафов, в планах возрождение системы штрафных баллов. Если за год водитель набирает 200 баллов, его лишают прав на год. При этом депутаты рассчитывают, что в кратчайшие сроки закон будет доработан, и баллы будут начисляться только за самые грубые нарушения.